Ну вот, опять в Бизиби новое украшение. Ой, посмотрите, какой воздушный, шикарный зонтик. Видно вам зонтик из огоньков. А вот эти шары буквально как мыльные пузыри. Ой, там еще один зонтик, посмотрите, какой классный. Ну и вообще, много опять здесь интересного у нас. Это уже украсили для Крисмас. На Крисмас украсили. И посмотрите, какой зайчишка. Здесь в этом магазине самое лучшее, я считаю, вот такие вот украшения новогодние. Вот посмотрите здесь. Шикарный Дед Мороз на оленьей упряжке с подарками скачет. Конечно же, рано еще. Хотя, может быть, уже многие магазины начали украшать под Новый год, под Рождество. Самый красивый из них – это Бизи Би, в котором я сейчас с вами и нахожусь. Бизи Би просто превзошел все ожидания. Но здесь бывает, конечно, что-то и повторяется из вот таких вот новогодних интерьерных украшений специальных, но чаще всего что-то новое. Посмотрите, пожалуйста. Это гуси у нас летят. Летят гуси. И на одном из гусей опять наш Дед Мороз спешит к деткам с подарками. Ну не прелесть ли? Знаю, что здесь у них работает целый штат, вот украшать специально, какой-то новый придумывать дизайн. Ну, может быть, я сказала слишком сильно не штат, но по крайней мере 4 человека точно работают. Надо будет поднять старое видео и сравнить, как украшена была эта елка в прошлом году. Такая неожиданная, необычная люстра. Знаете, сколько стоит? 695 фунтов. Ну, а это наши знакомые медведи, которые настолько любят ребятишки здесь, английские детишки, что их ставят каждый год. Новый дизайн, украшена люстра, очень красиво, посмотрите. Но это, конечно, дома вряд ли кто-то сообразит. Это очень много тут, все трудоемко. Ну вот, смотрите, вот одну из этих люстр, вот она была такая. И ее украсили к Рождеству. Один из любимейших персонажей на Крисмас у англичан — это вот олень, такой красавец, дил по-английски. Вот и стоит он, конечно, 75 фунтов.
а он всего лишь навсего пластмассовый. Деды Морозы или Father Christmas, как здесь называют, или Санта-Клаус по-американски. Вот они тут все у нас, голубчики, на любой вкус и цвет. Это обычный, традиционный Дед Мороз и английский почтовый ящик, который тоже разговаривает и просит от вас писем.
Thank you.